Вот территория дома. Никого нету, машины не ездят, заводы не работают, и даже слышно птичек. Обычно их очень редко здесь можно услышать. А вот территория за домом, будем так говорить. Вот это все заводы, скажем так, промышленная зона. Вон там, вон тот небольшой участок, это автодорога, которая ведет из Болоньи в Милан и из Болоньи в Рим. Ну, то есть никого нету, видите? Абсолютно никого. Все машины стоят на парковке. Это полки с хлебом. Спасибо, что мы есть тостерный снизу. Просто жесть. А тут когда-то была туалетная бумага. Ну, была. Давным-давно. Вот здесь вот было молоко. Его больше нету. Просто жесть. Я сейчас наблюдаю.